Привет, Зай. Ну что, как тебе мой маникюрчик? Настоящая женщина никогда не должна на себе экономить. Совсем охренели. 2 косаря за педикюр. Сама себе сделаю. Я очень мало ем. Вот буквально от половинки яблока уже полный желудочек. Уже 3-й день жру как свинья. Наверное, месячные скоро. Знаю, что кроме тебя у меня никогда в жизни никого не будет. Только ты. Я тебя очень жду. Дни без тебя вообще какие-то пустые. Я не могу ничем заниматься. Постоянно какая... Это... Прыщ. В смысле? Ты же знаешь, что у меня дома нет зеркала. Рассказывай, что там дальше было. А я только проснулась, представляешь? Извини, что такая сонная. К алкоголю я отношусь негативно. Сказала бы я так, если бы не любила винишко. Принимай меня такой, какая я есть.